Вытянуть репку так и не смогут. В 8-м комплексе поселка ГЭС с дворовой композицией «Репка» пропала мышка. Об этом нам сообщили взволнованные зрители. По словам местных жителей, еще месяц назад мышку сломали, и она лежала рядом с конструкцией, а несколько дней назад пропала. Они просят тех, кто забрал одну из их любимых дворовых фигур, вернуть ее на место. Ребятишкам хорошо здесь, отдыхают летом, играются, больно красиво. Это ж мы такие нехорошие. Жители для нас стараются, а мы вот все это как бы делаем плохо. Она не то сломанная была, но лежала, по крайней мере, в 7-м комплексе. Там тоже сколько уже такой сквер сделали, это в прошлом году, по-моему. Уже сколько поломали. Ну, ведь бетон и все равно ломают. Это же... Варвар. Ну, голова не укладывается просто-напросто. Как, зачем так нужно? Это ведь люди, правильно? Вот, ну, это как наши сказки, это, ну, не знаю, это вообще наше наследие, скажем, духовное. Пусть мы воспитаны на этих сказках, правильно ведь? Ну, не знаю, ну, человека назвать оттуда, это вот. Ну, как говорится, всем испортил праздник, и мы Новый год на носу, знаете. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за детку. Детка за репку. Тянут, потянут, вытянуть не могут.